Давай! Хорошо, Дизи! Пацан сказал, пацан сделал! Красавчик! Приветствую, мои дорогие друзья, а также всем гостям моего канала. Всем доброго времени суток. С вами, как всегда, ваш Дистер, и вы находитесь на моем канале. А если вы впервые зашли на мой канал, ну не знаю, кто-то может посоветовал или наткнулись, обязательно оставайтесь, подписывайтесь, ведь только у меня вы сможете увидеть очень много интересного и позитивного контента. Ну а сегодня у нас видеоролик очень-очень будет позитивный и очень, скажем так, интересный. Так что с вас обязательно лайк, подписка и не забудьте написать в комментариях свой айдишник, ведь я выбираю по комментариям победителей на ваучер на неделю. Так что дерзайте и все выполняйте. Ну что, ребят, сегодня, как вы уже поняли, сегодня у нас будет прокачка аккаунта легендарная. С нами уже на втором, на второй линии уже наш человек, которого будем прокачивать. Постараемся сегодня выбить максимально всего интересного. Думаю, вы нас поддержите, не забудьте поставить лайк, ведь только-только ваши лайки, это очень большая будет мотивация для наших будущих видеороликов для прокачки аккаунтов. Ну что, так, ты с нами, Эдуард тебя звать, да? Да, я с нами, всем привет. Так, ну что, ребят, смотрите, у нас, значит, тут 4000 алмазов, не знаю, что и как сейчас все это пойдет, насколько у него везучий аккаунт, повезет ли нам, не повезет, но главное, оставайтесь на видеоролике, ведь только ваше присутствие, скажем так, будет давать нам больше энергии и больше везения на убивание всяких событий и инкубаторов. Так что обязательно оставайтесь и обязательно жмякайте лайк. Ну что, давай, говори, куда что пойдем, что делаем, 4000 аккаунтов, точнее аккаунтов, говорю, алмаз у тебя на аккаунте. Давай, дерзай. Давай джекпот. Поехали, джекпот, летим сразу же, ребят, джекпот. И надеюсь, в джекпоте что-нибудь мы точно выбьем. О, ты сразу хочешь колесо фортуны? Да, давай попробуем. Так, давай сразу ставим ставки, с какой попытки тебе выпадет колесо фортуны? С какой? Думаю, с третьей. Давай с третьей. Давай, давай сделаем так. Давай сделаем так. Ребят, мы прервемся на минутную, секундную паузу. Но для вас это будет секунда, а для нас будет 5 минут. Ждите. Ну что, ребят, мод, вы к вам и вернулись. Смотрите, что будем делать. Смотри, получается, делаем так. С какой попытки ты думаешь, что тебе выпадет тебе набор? Я поменял свое мнение, короче, я думаю, на четвертой попытке это точно. На четвертой попытке, да? А да, ты? Я думаю, на четвертой. Смотри, если тебе на четвертой не выпадает, то ты выливаешь воду себе на голову. Хорошо, на голову. Смотри, я думаю, что тебе выпадет на последний. Если на последний он не выпадает, и выпадает на какой-то, на пятый, да, там, или на второй, то выливаю я себе воду. Окей? Окей. До последнего. Твое мнение до последнего. Ну да, мое мнение, что тебе выпадет. Нет, мое мнение, что тебе выпадет последним. Ага, хорошо. А твое мнение, что выпадет четвертым. То есть, если на четвертый прокрут тебе не выпадает, то ты выливаешь себе воду. Хорошо. Готов? Да. Все, поехали. Потому что у меня тоже. Ребят, у меня тоже есть вода, тоже посмотрим. Может быть, я тоже вылью. Че, поехали. Первый прокрут. Фу, вот это будет жестко. Поехали. У-ху-ху! Так, а если... Близко, блин. Близко, поехали дальше. Пожалуйста. Это уже третий раз. Это второй. А, да, второй. Второй раз. Второй. Фу, поехали дальше. Третий. Да ну не. Третий и... Так, и четвертый. Давай по-братски, пожалуйста. Нет. Пожалуйста, нет. Красавчик, так, смотри. Четвертый раз, если тебе... Да, ты сказал четвертый. Если на четвертый не упадает, ты выливаешь воду. А если... А, подожди. Подожди, стоп. Так, ты выливаешь воду, и если на последнее не выпадает ты мне... Выпадает на три, на первый. Я выливаю воду, да. Все, да, давай тогда под конец уже подождем. Давай, поехали. Пока мы сухие будем. Давай, поехали. Пожалуйста.
Фу! Фу! Давай на последний. Пожалуйста, на последний, я знаю, я верю тебя. Не каркать. Есть! Изи! Пожалуйста, на последний. Пожалуйста. Да! Давай. Хорошо, Дизи. Пацан сказал, пацан сделал. Красавчик. Последняя попыточка. Так, ладно. Все нормально, все изи. Ну, бля, что-то не повезло тебе. Ну, я тоже мог обриться. То есть, ну, ничего страшного. Потом откроем. У тебя был читерский вариант. Типа. Ну, это тоже как повезет. Бывает такое, что выпадает на предпоследний. Ну, то есть, мне так много раз выпадало. Хорошо, поехали дальше. Куда идем? Ты такой красавчик. Куда идем? Давай, куда идем, говори. Давай в инкубатор, давай клоун. Так, джекпот, инкубатор, клоун. Так, инкубатор. Тебе что тут нужно? Клоун. О, клоун. Тебе вот что нужно? Да, клоун. Мне нужен один чертеж и все. По сколько крутим? Ну давай первые 5 попыток. Первые 3 попытки по 40. И потом уже по 180. Давай, окей. Ребят, поставьте лайк. Подожди. Перед этим, во-первых, поставьте лайк. Да, а во-вторых, давай, короче, баганем. Заходи в золотой джекпот и крути 20 раз по 10. 20 раз по 10? Здесь золото не жалко? Да. Нет, мне все равно. 20 раз по 10. Поехали. А раз. И. Два. Все. Да? Всё. Потом заберешь. Да. Потом поехали, клоун. Так, 3 раза по 40, да? Да, 3 раза по 40. Пожалуйста, чертеж. А, нет, уже все. Ну тоже нормально, неплохо. Поехали дальше. Второй раз. Ребят, ставьте обязательно лойс. Обязательно. А 800. И еще раз. Пожалуйста, чертеж. Есть, чертеж будет. Есть! Че? Да как так? Давай еще раз. Давай еще раз. Давай. Нет, не будет. Камень. Ну все равно, нормально. Ну что, крути по 8, по 180 крутим? Да, давай. Заклинание используй. А, вот так вот мы делаем. Ребят, запомните, это новая стратегия, ребят. Поехали. Ну, давай. Да блин, ну почему так рядом? Да нет, в принципе, шансы большие, потому что 3 чертежа, типа, ну не у меня. Шансы да. Большие. Давай еще раз. Давай. Или по 40. Давай по 40 попробуем. Давай. Пожалуйста, один чертеж нужен. Нет, блин. 2 раза не хватило. Че, по 180? Давай еще раз по 40. Давай. Пожалуйста. Ну, нет, опять камень. А, нет, чё, почти. Да ё, перчи чужом именно, блин. Поехали, пробуем. Да. Смотри, как забагалось. О, нифига. Вот это шанс, быстрее крутим. Это шанс, отвечаю. Блин. Пробуем. Еще раз. Да, давай. Пожалуйста. Да, блин, прискочила. Чертеж! У тебя хоть и будет... Да нет, забей, мы сейчас сольемся, забей. Нет, надо... Давай что-то другое. Не, выбивать надо обязательно убивать. Обязательно надо убивать. Пробуем еще раз. Давай. Надо выбить обязательно чертеж. Просто один чертеж, до того жалко разработчику дать его. Да нет. Одни камни! Ты куда их будешь складировать, эти камни? Ладно, еще надо, но добивать до конца надо. Ну, давай. Да, что делать? Надо до конца убивать. Бляха-муха! Какой! Ошалеть! У тебя каждый прокрут камень, представляешь?
чтобы понимали. Ошалеть. Пробуем дальше, а что делать? Да. На, выбивать по-любому. А, пожалуйста, чертеж! Да нет, забей, просто это все дичь. Просто дичь, забей, пошли. Ливаем нахер, это дичь, просто так слили жестко. Нет, нет, а, надо обязательно выбить, надо обязательно выбить, надо обязательно выбить. Ну, 800 алмазов, куда, блин, тратить? Столько потратили уже. А что ты хочешь дальше? Что ты хочешь дальше крутить? Нет, на, нет, клоун обязательно надо выбить, обязательно. Поехали дальше. Давай, пожалуйста. Да ну, он почти рядом. Камень. Ошалею. Да я эти яйца буду складывать. О, каждый прокрут камень, представляешь? 7 камней уже выпало. Каждый куда их складывать? Прокрут камень. Ошалею. Давай золотой, чисто ради интереса просто. Золотой. Десяточку. Либо десяточку. Так, да, все равно. И давай по одному разу. Это не тот. Вот, вот, да. Ошалеть. Просто забей. Поехали, пятерочку. Че, надо убивать обязательно. Ошалеть! Да куда мне эти яйца складывать? Алло! Офигеть! 9 копей подряд почти падают! Каждый прокрут почти камень! Братан, я не знаю, в чем проблема. Просто жесть! Сколько мы слили? 2000 алмазов? Просто жесть. Собить. Просто жесть! 2000 алмазов, на что? Да, азарт поймал жестко. Я же говорил, надо уходить. Нет, он, выбивать надо прибавлено до клоуна. Офигеть. Ребят, не знаю почему, но это что-то видно, какая-то херня. Полное! Ну, ребят, выбили, что выбили. Мы обязательно к этому инкубатору вернемся, только уже, скорее всего, уже не на видеоролик. Ну, а так, блин, ну, хоть набор выбили, хоть что-то нам повезло. 4... Ну да, хоть это радует. И еще радует то, что я весь мокрый. Да, это прикольно. Да нам даже нам даже это упало просто с последней попытки тоже упало, понимаешь? Жестко. Да, просто день какой-то неизучий. Просто. Ребят, поставьте лайк обязательно, подпишитесь на канал, я вас всех люблю. Ставьте обязательно комментарий, что по поводу этого думаете, почему падало столько много камней, ни одного чертежа, я не знаю, в чем причина. В общем, прокачка получилась, скажем так... Топовая. Ставьте лайки. Да, обязательно. Топовая прокачка, прям офигенная. Всех обнял, всех люблю, всем пока, ребят.